Потерпілі від банківського свавілля зібралися на акцію біля Деснянського районного суду. Вони прийшли, аби підтримати свою колегу, яка може залишитися без житла. Це лише невеличка група людей, які вважають себе потерпілими від банківської системи та державної політики, яка привела до того, що люди не в змозі розраховуватися за валютними кредитами. Таких у Чернігові вже більше 300. Банки к нам глухі. Хотя некоторые уже понимают, что если они не будут идти навстречу людям, то банковская система, в принципе, может обрушиться. Андрій Усов вже не перший рік намагається добитися правди. Каже, коли сплачувати валютний кредит за діючим курсом вже була не сила, звернувся в банк, аби закрити його тіло. Але отримав тільки позов до суду. І тепер боїться залишитися просто на вулиці. Людей роблять на старість літ бомжами. Я взяв в банки 88 тисяч доларів. На сегодняшний день вместе с процентами выплатил 130 тысяч долларов. По графику платежа я нахожусь в апреле месяце 2005 года. На тот момент, когда я брал, это было 470 тысяч гривен. Независимо от той суммы, которую я сейчас выплатил, я должен 600. Ну, это практически просто финансовое рабство. Уже судебная система начала понимать эту проблему и начали вникать. И пошли уже хорошие решения судов по признанию договоров недействительными валютных, в частности, потому что сейчас валютные кредиты люди получали это на самом деле гривну, а не валюту. Просто привязка была к валюте. А в связи с троекратным повышением курса валют получается, что люди не в состоянии обслуживать кредиты свои. Также склалося, что в разе банкротства банку фонд гарантирования вкладов валютные депозиты отдает в гривні за курсом на момент визнання банку недієздатним. А от валютные кредиты люди мають погашати за існуючим курсом, витримати який мало хто зможе.